О, продолжается экскурсия наша. У нас еще сбунтовался народ. Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале Lord Voodoo Железное Сердце. Мы играем GTA 5, и сегодня мы будем искать себе жертв вместе со своим другом Джейсом Вурхлистом. Это кожаное лицо. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Железное Сердце. У вас 5 секундочек, чтобы это сделать, и чтобы маньяки к вам не пришли домой. Раз, два, три, четыре, пять. Все, дорогие друзья, надеюсь, вы поставили лайк, подписались на канал, и мы отправляемся на охоту. Мы сегодня зайдем с вами на банды Лос-Сантоса, Гёта окрестности, и зафигачим несколько людей, которых повяжем. Мясо наберем, нам все-таки мясо тоже надо. Давай, давай, ты что в нас стреляешь? Ты что, вообще не понял, с кем связался, что ли? Так, еще там кто-то. Это вагасы. Вагасы, вагоносы. Так, я их, короче, сбиваю с ног. А ты давай их кромсай дальше. Все, убежали твои друзья, да? Бросили тебя? Ха-ха, ты думал. Так, лежать. Давай, Вурхлист. Отомсти за меня, смотри, у меня... Нет? Я тут посижу, а ты иди повоюй. Правильно, правильно, давай. Вагасы. Следующий. Эта желтая машинка мне прям нравится. Маскла. Это. Так, задавим этого чувака. И отправимся к себе на работу. Я вам ночью машину взламал. Зажу его. Вот так. Я не могу, лучше. Ты что, палец показываешь? А воевать кто будет? Вот так. Так, еще один. Уличные банды, на, получай. Ох, смысл, сколько я себе сейчас рабов наберем. И поедем на работу, я вам покажу. Где мы работаем и чем занимаемся. Ща. Так, ну тут еще одна последняя тетя. Это не тетя, это дядя. Вот, а где тетя? Тетя убежала, что ли? Блин, мне тетя к нам побольше набрать. Все, давай, на работу. Это бесконечно можно заниматься этим. Давай, сгружаем все и на рабочее место. Мы сегодня играем за маньяка в кожаное лицо и Джеймс Вурхлист. Мы сегодня будем убивать всех на свете. Сейчас мы находимся в своем секретном местечке. Мы находимся на мясокомбинате. И сегодня мы с вами совершим прогулку по миру Лос-Сантоса. Найдем своих жертв, разделаем их. Все остальное, вот смотрите, тут одного... Тут мы двух девчонок поймали, короче, и убили за что-то. Я так не понял, почему-то они на меня напали. Так, ты плохо работаешь. Говорю, ты плохо работаешь, а ты что сидишь? Ну-ка давай работай быстро. Мы сегодня будем жестокую серию с вами устраивать, поэтому ваша поддержка в виде лайков и комментариев очень важна. И мало ли кого мы можем встретить, может, вы своими лайками кого-то спасете сегодня. Ну, чувак... фоткает тушки мясные. А может, не мясные, кто его знает. Ну, свидетелей мы не должны будем оставлять сегодня. Поэтому уберем всех. Так, это тоже корреспондент какая-то тетка. Эх, бензопилой ее запилим. Так, здесь больше никто не прячется. Надо в каждый уголочек заглянуть, потому что мы решили стать маньяками сегодня. Вот. Да, Джеймс? Вырист. Пойдем, пойдем. Будем подкрадываться к ним. Видите? Стоит мангал. Так, ты куришь на рабочем месте? Это ты зря сделала. Какой... Подпрыгнула как она, а? Так, чё мы на корячках ходим? Ну, давайте будем в полный рост ходить. Чувак, опа! Ты ел мясо, я видел! Ты брал мои куски мяса и жрал их. Чё ты сидишь? Все, сразу видно. Так, ты руки не помыл, да? На работу вышел. Вот так. Так, этот тоже подворовывает. Он, смотри, он у него под форму себе спрятал кучу одежки. Хоп! Вон мясо выпало. Смотрите, смотрите, сколько у него мяса выпало. Вурхлист, если что, ты свидетель. Правильно? Что тут у нас за комнатка? Так. Марионеточку будем убивать или нет?
Тетку точно надо убить. Да! Встает! Драться хочет со мной. Ну-ка давай, Джеймс, покажи. Давай, давай. Наваляй. Оп! Мачете свой. И веди себя хорошо, короче. Ля, он курит. Ё-моё, ты чё, какой пример подаёшь? Я думаю, что тут они такие наглые становятся, работники. А марионетка, короче, мешает. О, марионетка, говорю. Мангл там, а это марионеточка. Вот тут, видите, вот правильно работает. Тут даже кровь уже капает какая-то. Кожа на лицо, так. Тётка, ты почему не работаешь, а фотографируешь? С грязными какими-то засаленными коленками тут пришла на работу, понимаешь? Так, а ты тоже, наверное, Рокки не мэл. На тебе. Хоба! В курточке она. Нельзя, у меня униформа должна быть. Джейс, Джейс, меня бьют. Тетя бьет. Эй, спаси. Спаси меня. Спаси, какая-то тетка. Вот спасибо. Вот спасибо, я буду тебе всю жизнь благодарен. Гадина такая. В куртке пришла, видать, перегрелась. Так. Ты не работаешь, я смотрю, да? Прохлаждаешься. Понятно. Ага, побей меня, побей. Ага, у меня подписка есть, между прочим. Так. Ты чё вы все с фотоаппаратом? Какие-то поколения NFS, блин. Они фотоаппараты из рук не выпускают вообще просто. Джеймс, Джеймс, давай, 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 давай. Догоняй. Догоняй эту жертву. Давай. Покажи, как ты умеешь убивать. Давай. Давай, Джеймс, мы верим в тебя, марионеточка, давай, стой. Следи за процессом как следует. Давай, давай, давай. Такая пробежка. За проституткой гоняемся. Давай, догоняй, догоняй ее. Давай, бей, бей, бей. Давай, лупи. Ну, сейчас она на улицу выскочит. Смотри, уже дверь открывается. О. Она чуть не выскользнула. На улицу, ну, смотри, там машина даже ездит. Ну, ладно, мы через другой вход пройдем с тобой. Сейчас всю эту базу зачистим. Это же наша секретная база. Мы тут народ привели. Думали, может, они будут работать на нас. Вот марионетка, например, работает. Мангл работает. О, продолжается экскурсия наша. У нас еще сбунтовался народ. Джеймс не даст там просто взбунтоваться. Ты... Так, и добьет ее сейчас. Наш друг, давай, давай, давай. Давай, наш грозный друг. Че ты уже давай, пока меня бить начнут. Давай, бей меня сразу. Все, всех убиваю. Так, ты тоже не работаешь, я смотрю. Вот на одних и тех же местах, главное. Мы их воспитываем, чтобы они лучше работали. А они вот курят и курят, стоят, допустим. Вот. Ладно, этот работает, чувак. Ой, ой, ой. Вот. Тоже взбунтовалась. Давай, Джеймс, покажи. Воспитательные методы работы. Вот, ну, видно, человек работает. Молодец. Этот что-то не работает тоже. Стоит, смотрит. Так, ты тут, наверное, тушки разделываешь, да? Почему раковина пустая? Ну-ка, работай лучше! В следующей своей жизни будешь знать, что надо лучше работать. Так, дальше. Так, вы что тут вдвоем стоите, смотрите? На эти кусочки мяса. Оп. Так, а тебе вот специально показал, что ты... лучше следила. А то смотри, мухота завелась. Не отгоняешь мух даже. Так, а вы что тут? Ну, а вы курите на рабочем месте? Так. Понятно. Будем знать. Будем знать. Так. Опа! Какая крутая тетя. Джеймс, разберись с этим. Саботаж на рабочем месте. Так, это записывает сразу. Человек при деле. Угу. Так, это какие-то показания. Что-то он, по-моему, хочет меня надуть. Он не работает, а на смартфоны тут заглядывается, на телефонные аппараты. Мне так кажется. Так. Еще одна невоспитанная попалась, а? Сколько вас можно воспитывать, да? Фотографируют они куски мяса, понимаешь? Так, Джеймс. Джеймс, давай, давай, давай. Не дай ее тут... Куда ты? Ну, блин, упускаешь же, елки. Все за тобой делать приходится. Прыжок. Сам догоню, сам убью. Сейчас, давай. Все. Не убежала. Продолжим экскурсию по нашей лаборатории.
Так, кто тут еще хочет воспитательных мер вкусить от нашего кожаного личика? Так, вот ничего не загнило еще. Так, ты, я смотрю, что-то... Ты не работаешь. Ты тоже создаешь видимость. Стоишь на раковину, смотришь. О, а это что за близняшки? Что-то мне кажется, двух близняшек содержать смысла нет. Тем более одна... Что одна курит, что вторая курит. Вообще, работники из них ни к черту. Все, пускай хотя бы кровяные тельца нам дадут побольше. Так, ты у нас журналы смотришь. Ладно, литературу читает. Так, это... Что за два брата таких акробата? Джеймс! Смотри, невоспитанные какие-то. Даже задницы отрастили себе. Чем это они тут занимаются? Так, а вы что тут? Кофе попиваете? Так. Два человека тут не надо. Одного хватит. Джеймс, ты, по-моему, перестарался. Мы сразу двух человек убрали отсюда. Джеймс, идешь? Идешь, молодец. Так, вы что тут вдвоем? А ты что сидишь, наблюдаешь? Так, вы как-то плохо работаете. Так, все. У одного будет лучше получаться. А то один гвоздь здесь вбивает, другой вытаскивает. Так, ты, тетя. Так, я тебя с собой беру. Пойдем со мной. Поедем ко мне домой, я тебе покажу, как мы там живем. Пойдем. Джеймс, пошли. Пошли, пошли, пошли. Я покажу, где я живу. Джеймс, мы почти доехали. У тебя что-то такой грустный взгляд. Прям понять не могу. Так, все, заворачиваем, заворачиваем. Черт. Шучу, шучу. Так, Трейси там лежит у нас, да? Нормально, живая. Так, чувак. Кто такой? Я не понял. Ты что, пушку достал, Ты что? Ну-ка, разберись с ним. Смотри, что это? Ну-ка разберись, я не понял, ты на кого руку поднял? Это мой садовник. Че, походу, с ума сошел? Поднимает на меня руки, понимаешь, а? Вообще офигевший. Так, это лежит пускай, туша тут. Ладно, пойдем, пойдем ко мне дом. У меня там такая обстановка, тебе так понравится. Ты же маньяк у нас, ты любишь это дело. Покажу тебе поближе, от первого лица. Так, давай даже молоток возьму. Молоток, чтобы он меньше места занял. Смотри, сколько у меня голов тут, видишь? Голов, конечностей, пальцев. Короче, я вот людей кромсаю. Вот. Туши я работу на дом даже беру. Туши разделываю, видишь? Вот, мунифицирую тут, занимаюсь мунифицацией, или как она называется. Вот бутылки могу разбивать, смотри. Ой, елки. Что тут еще у меня такого интересного? Вот собираю коллекции фарфоровых балерин. Ты ж балет любишь вообще, нет? Так, ну это ладно. Так, это я тебе показывал уже. Тушки у меня даже качаются иногда. Сейчас не качаются. Так, что тут еще показать тебе? Вот еще тушки. Вот у меня тут венцо есть. Какое-то красное, белое. Так, вот. Вот я, видишь, собрал себе скульптуру. Вот, с барашками такими, вот с головками. Вот крючки принес. Ну, воняет немножко тухлятина, ну а что поделаешь? Вот смотри, человечина, ножки, ручки, видишь, вот все как бы к званному ужину маньяков готово все. Вот. Да елки, дайте, я застрял. Эй, выпустите меня. Эй, я застрял. Вот, все, вылез. Да, вот прикинь, как жестоко я живу. Так, что тебе еще показать у меня в доме? Опа! Так, мясные тушки, смотри. Тоже. Вот, мясо. Мясо. Ну и в дальней комнате у меня сюрприз. Хочешь увидеть сюрприз? Пойдем покажу. Пошли, пошли, пошли. Смотри, самый сюрприз у меня, который в хате. Ба-бам! Смотри, дал. Аниматронички поломанные. Я их тут немножко, короче, поймал. Они в более красивом состоянии были. Но я решил ими вот так вот немножко молоточком поработать, порихтовать их. Вот так вот побил их. Как нравится? Че не подходишь близко? Еще не могу одного Фредди поймать. Вот так вот. Поймал аниматроников. И что я буду с ними делать? Зависит только от вас, дорогие друзья. Давайте наберем 3000 лайков, и я сделаю что-нибудь с аниматрониками. Или освобожу их. Ну, чтобы освободил, надо набрать 5000 лайков под этим видосом. И будет продолжение, что наши маньяки будут делать с аниматроником. Вам же интересно это узнать.
Так что давайте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, советуйте видео друзьям. Надо же своих друзей спасти. Вы видели, как наши маньяки плохо ведут себя с работниками, которых они ловят на улицах.